Любой житель страны имеет право получать бесплатную медпомощь в любом регионе. В путешествии или в командировке можно вызвать скорую или прийти на прием к врачу. Понадобится полис обязательного медицинского страхования. Если поездка долгая, можно временно прикрепиться к местной поликлинике. Тогда можно будет вызвать врача на дом. Если есть сомнения в диагнозе или лечении, можно получить мнение другого специалиста и даже потребовать собрать консилиум через лечащего врача, главврача или страховую компанию. Прикрепиться можно к любой государственной поликлинике, а не только к месту прописки. Выбрать участок врача с учетом его согласия. Менять врача и поликлинику можно раз в год, чаще только при переезде. Если поликлиника не по месту жительства, вызвать из нее врача на дом не получится. У пациентов есть право и жаловаться на действия медработников. Например, если не выдают положенные лекарства, навязывают платные услуги, не записывают к узкому специалисту. Жалобу можно подать главному врачу в страховую компанию, прокуратуру, Росздравнадзор или в суд. И пятое право. Требовать компенсацию за причинение вреда. Когда врач поставил неверный диагноз, лечение причинило вред, разглашена врачебная тайна и в других случаях. Если лечебное учреждение не удовлетворяет требования, обращайтесь в суд.